Всем доброго времени суток. Заготовки продолжаются. И сегодня, друзья, я буду закрывать вот такой красивый красный сладкий перец в масле, в подсолнечном масле на зиму. Я беру перец, подсолнечное масло, уксус, сахар, соль, чеснок, лавровый лист и сельдерей. Сейчас я должна подготовить перец, почистить его от семян, помыть и разрезать. Перец готов. Я также поставила стерилизовать баночки и крышки. Банки у меня будут пол-литровые, одна есть 75-граммовая, но я не знаю, понадобится она или нет, потому что перца, как видите, не так уж и много. Здесь немножко больше 2 кило. А сейчас я готовлю маринад. В кастрюлю наливаю воду, подсолнечное масло, уксус. Добавляю сахар, соль. Чеснок у меня немножко крупный, так что я его разрежу. Также нарежу сельдерей и добавлю лавровый лист. Если хотите, можете добавить перец. Потом уже сколько чего я добавила, я напишу уже под видео. Маринад закипел. Сейчас я отправляю сюда перчик. Маринада всегда получается меньше, чем количество перца. Так что все вместе не получится его сюда заложить. Буду готовить порциями. Первая порция уже у меня, видите, лежит. Пускай варится где-то, ну, около минут 10, наверное, где-то. Так, буду смотреть. И потом уже вытащу и буду закладывать вторую порцию. Который готов, я сейчас буду его закладывать в стерилизованные баночки. Ну, а сюда понемножку добавляю. Вместо того, который уже вытащила. Заполняем банки. У меня, видите, их 5 штук получилось. Тот чеснок, который в маринаде, и лавровый лист я также сюда добавила. Сейчас накрываю стерилизованными крышками и отправляю на стерилизацию. Я не всегда делаю стерилизацию, но на этот раз решила сделать все-таки мало банок, так что они поместятся у меня в одну кастрюльку, в которую я буду стерилизовать, и пусть будет для большей гарантии. Вот 5 баночек у меня здесь хорошо уместились. Где-то минут 15, и буду закатывать. Все, друзья, закатывайте такой перец. Зима длинная, так что зимой все это пойдет на ура. Ну и спасибо всем, кто посмотрел мое видео, поставил пальчик. Для вас это не трудно, а мне будет очень даже приятно. Ну и подписывайтесь, кто не подписался. И до новых рецептов. Всем пока!